Лекарство от коронавируса фавипиравир будет включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Этот вопрос обсудили накануне на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации. Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, лекарственные препараты на основе фавипиравира в региональных аптеках и есть. Стоимость около 12 тысяч рублей. На курс лечения одного пациента необходимо две упаковки, а это лекарство не входит в перечень льготных. Мы понимаем, что стоимость его сегодня, в общем-то, приличная, за до 12 тысяч. И на сам процесс лечения это две упаковки, в целом 24 тысячи. У меня вопрос один. Можно ли включить вот этот препарат в перечень жизненно необходимых важных лекарств? И тогда мы готовы на этом, пока это будет происходить, финансово закупить эти лекарства и потом с последующей компенсацией за счет федерального бюджета. Можно ли этот вопрос рассмотреть? На этой неделе должен быть включен список жизненно важных лекарственных препаратов. Все производители получили уведомление о расчете предельной цены. Федеральная антимонопольная служба уже сделала, соответственно, свои расчеты по тем ценам. Ориентировочно она заявляла пока 5000 рублей без учета НДС и оптовой розничной добавки. Эта цена значительно ниже, чем то, что на сегодняшний день на рынке, практически в два с лишним раза.